Китайский концерн Hanergy Holding Group представил на специальной выставке в Пекине 4 концепт-кара, аккумуляторы которых питаются от солнечных батарей. Солнечные панели установлены на крышах, капоте и дверях. Энергия накапливается в литий-ионных аккумуляторах, затем передается в электромоторы. До полного заряда от солнца уходит до 6 часов. Такой автомобиль может проехать 80 километров. Также машина имеет функцию подзарядки от внешних источников, в частности на электрозарядных станциях. Предполагается, что серийный выпуск таких авто начнется в 2020 году. Также компания Hanergy Holding Group анонсировала сделку с китайской фирмой Foton. Партнеры планируют разработать пассажирские автобусы и грузовики, которые будут получать энергию от солнечных батарей. Рынок электромобилей в Китае называют самым крупным в мире. Для борьбы с экологическими проблемами в стране ежегодно производят свыше 380 тысяч электрокаров.